дети Пугачёвой и Галкина изменились до неузнаваемости. Маленькие Лиза и Гарри Галкины не перестают удивлять публику. На этот раз в сеть попало видео, где звездные детишки поразились сами себе. На новогодние праздники Алла Пугачёва и Максим Галкин собрали у себя дома множество друзей. За праздничным столом их дети поздравили родителей стихами. Однако внимание поклонников привлек видеоролик, который комик опубликовал в первые дни 2020 года. Юморист продемонстрировал публике запись 5-летней давности, где Лиза и Гарри Галкины запечатлены еще совсем малышами. Тогда они даже не умели разговаривать. Звездные дети изменились до такой степени, что не узнали сами себя. Гарри с раскрытыми от удивления глазами впал в изумление. «Мне кажется, что это подозрительно, что это другие дети. Почему я рычу?» – сказал сын артистов, посмотрев видео. Лиза также пребывала в недоумении. «Это не я и не Гарри», – утвердительно произнесла девочка. Свое изумление выразили и фанаты Аллы Пугачевой и Максима Галкина. В комментариях многие из них посетовали на неумолимое течение времени. Тем не менее, у большинства пользователей видеозапись вызвала восторг и восхищение. «Время неумолимо, очень все быстро. Птенчики, какая милота!» – писали юзеры.